Дмитрий Волошин провел еженедельное совещание в администрации Химок. По традиции обсуждения начали с обращений граждан. За предыдущую неделю зафиксировали почти 1350 запросов, около 200 повторные. Большинство поступило через портал «Добродел», социальные сети и горячую линию. Чаще всего жители обращаются по вопросам содержания придомовых территорий, подтопления, уборка, благоустройства. Также на совещании подняли вопрос о привлечении новых налогоплательщиков. За прошедшую неделю проверили более 200 компаний. Очень важная работа, она финансируется в конкретные деньги в бюджет, на который развивается муниципалитет. По предварительным оценкам, сегодня в Химках более 3000 незарегистрированных предприятий. Большую часть из них уже проверили.